Пусть будет мир среди всех живых существ во Вселенной. Пусть будет мир, пусть будет мир. Ом Шанти, Шанти, Шанти. Намаскар, Намаскар. Добро пожаловать. Созерцайте внутреннее сияние, вечно пылающее внутри пещеры вашего собственного сердца и в сердцах всех существ. Есть три метода для постижения этого. Первый — абсолютная самоотдача этому. Второй — полный отказ от всех желаний, которые у вас были до этого и которые не принесли удовлетворения. Третий — исследование собственной природы. Это три пути, которые покажут вам, кем вы есть на самом деле, и что это за сияние в вашем собственном сердце. Назовите это атманом, просветлением или свободой. Если не три вместе, то одного вполне достаточно. Без этого не прийти к этому. И это ваша собственная красота, ваша собственная любовь, ваш собственный свет. Есть очень много людей, которые говорят, иногда мы переживаем это, но затем снова и снова теряем. Это невозможно. Это не может быть правдой. Как вы можете потерять свою собственную самость? Это невозможно. Сначала вы должны устремиться к ней. Она сверкает внутри сердца вашей собственной природы, внутри сердца вашего существа. Вы не разделены с этим. Иногда это сияние озаряет умы некоторых людей. У Сиддхартхи была комфортная, приносящая удовольствие жизнь во дворце. Должно быть, он увидел это сияние, потому что он и так был счастлив в своих владениях. Со своей королевой Яшодрой в своем дворце. Все это было у него. Почему он отказался от всего этого? И внезапно, почему он уходит и становится отшельником ради этого сияния и медитирует до тех пор, пока не находит себя как Будду? Эта возможность стать Буддами есть у всех существ. Не смотрите на того Сиддхартху, который стал Буддой. Если вы отбросите все желания
desires of the past, принадлежащие прошлому. And put a stop, остановитесь и устремитесь к внутреннему сиянию, inner flame, this wisdom, к этой мудрости, свету и красоте, и потратите всего секунду, всего одну секунду. Я уверен, вы соприкоснетесь с этим. Ничего не нужно делать. Некто, Ягнавалкра, это сияние должно быть коснулось и его. Он был царем, у которого было две царицы. And he called them both. Он любил их обоих. He loved them both. Майтри и Катхуани. Он сказал: «Мои дорогие королевны, я собираюсь разделить владение между вами и уйти в лес». Это то, что он сказал. Разделите драгоценности, бриллианты, слонов, министров и дворцы, все, что есть. Разделите все между собой так, чтобы не возникло ссор. Я попросил старшую королевну начать первой, потому что любимая младшая была совсем еще юной, и поэтому он начал со старшей. Царь был очень способный, очень мудрый, и младшая королева, между ней и королем была разница в 30 лет. Она сказала: «Мой господин, правда ли то, что вы любите меня больше всех? И нет человека, которого вы любили бы больше. И я самая любимая. Вы мудрый человек. Должно быть нечто более ценное, что вы оставляете меня, не так ли?» «Моя дорогая Майтри, это так. Что это? Пожалуйста, скажите мне». Он ответил: «Самость, свобода, просветление. Сейчас я хочу завоевать свободу. Достаточно с меня царства, королев, камней и золота». Королева была очень мудрая. Она сказала: «Мой господин, я отправляюсь с вами. Отдайте мою часть моей сестре. Я пойду вместе с вами. Я буду помогать вам. Я буду служить вам в лесу». Царь принял ее предложение. И позже обои они появились в Упанишадах. Обои получили просветление. Должно быть, они тоже увидели нечто. И сейчас они живы в сердцах тех, кто ищет свободу. Это произошло около 5000 лет назад. Но я цитирую их имена даже сегодня утром. И это несложно. Это несложно, если вы в покое. А если ваши желания не удовлетворены, кто сможет уговорить вас отказаться от них? Кто уговорит вас покинуть дворец и пойти сидеть под деревом Бодхи? Нет, это не для вас. Никто не будет счастлив. Вы должны посидеть в тишине и спросить у самого себя, что для меня лучше. То, что будет лучше для вас, тем путем и следуйте. Никто не будет давить на вас. То будет лучше для вас, что даст вам счастье, что даст вам всеохватывающий мир. Этому и следуйте. Немудро поступит тот, кто променяет мир на что-то еще. Вы можете избавиться от своего царства и всего остального, если в вашем уме
мир в император Вселенной. Не теряйте мир. Единственный путь обрести мир — это сидеть в сатсанге и разрешить все свои сомнения. Какие бы ни были препятствия, все они могут быть решены здесь. Быть свободным — это легко. Свобода — ваше право по рождению. Сейчас и здесь она доступна каждую секунду. Она не где-то там, она не практикуется, она не достигается методами и путями. Именно вы, никто другой, уже являетесь свободным здесь и сейчас. В эту секунду. Я счастлив за людей, которые приезжают ко мне в последние 2-3 дня. Они сделали очень хороший выбор. Это радует. Вчера и всю последнюю неделю мы продолжаем эту же тему. И для только что приехавших мы начнем снова сознание, бытия и блаженства. Мы уже заканчиваем обсуждение этой темы, и я доволен результатами. Так что если есть какие-либо проблемы или сложности в понимании, мы можем обсудить это в любое время. Это сатсанг, и здесь мы именно для этого. Нет никого, кто выше и кто ниже. Целью является истина. И мы — искатели истины. И не может быть вопросов о том, кто выше, а кто ниже. Мы — одна семья. Поэтому мы должны делиться. И затем, когда мы достигли успеха, мы должны вернуться назад в наши страны и распространить это послание мира и любви между нашими друзьями и земляками. Сейчас уже больше нуждающихся в этом мире. В этих обстоятельствах мы не можем делать ничего другого, кроме как давать мир. По крайней мере, нашим землякам. Мы не ведем себя как люди. Это действительно стыдно. Для нас, как для человеческих существ, возвышающихся над многими другими во Вселенной. Вы знаете это. И мы должны сделать что-то, чтобы жить в мире со своими ближними, с самим собой, в нашей собственной стране. Так что единственное, что должны мы сделать, мы должны найти мир в первую очередь внутри себя. И тогда мы можем говорить о мире другим. А без нашего собственного опыта слова не будут иметь силы. Вам нужно найти, вы сами должны стать миром. И если вы не можете учить, то просто сидите в покое, и он будет распространяться, как аромат цветов. Ом Тат Сат. Расскажите о том, что нужно делать, Барбара. Знаете ли вы, сколько вы должны заплатить мне? Вы не заплатили. Пожалуйста, возьмите. Вы не заплатили за это. Никто не просил вас заплатить перед тем, как вы вошли в этот зал.
Никто не просил вас у входа. У входа нет, только внутри. Хорошо. Вы еще не заплатили цену. Не полностью. Что? Не полностью. Не полностью. Цена $1. Это $1. Хорошо? Это $1. Заплатите мне? Сейчас? Это. Не то. Да. Я. Нечто становится я. И это я то же самое нечто. Я является нечто. Для полной свободы я является ценой. Заплатите мне? Да. Да? Нашли? Нашли? Я ищу. Я ищу, чтобы увидеть. Что вы сказали? Я ищу. Мне нужно посмотреть. У тебя есть нечто? Ищу. Ты сказала, я заплачу цену. Тогда в твоем кармане есть нечто. Ты должна заплатить эту цену. Цена всего-навсего – я. Цена за свободу – лишь я. Это я – одни лишь неприятности. Я – это только неволя. И если ты заплатишь эту цену, ты свободна. Не так ли? Не так ли? Да. Да. Все так просто. Свобода – это просто. Не прикасайся. Не прикасайся к «я» и задай мне вопрос. Чего ты хочешь? Не прикасайся к цене. Ты отдала мне эту цену, не так ли? Ты заплатила эту цену нищему. Ты будешь просить «верните мне»? Будешь? Могу я спросить, предложим, ты делаешь подаяние нищему. Ты будешь забирать это обратно? Забирать? Будешь ли ты забирать это назад? В Штатах есть нищие, собирающиеся возле подстанции, не так ли? То тут, то там, возле подстанций. Ты жертвуешь им, и затем ты уходишь. Да. И не возвращаешься назад. Верните мне. Отдайте мне те деньги, которые я заплатила вам. Не так ли? Нет. Нет, это ситуация подобна. Заплатите эту цену учителю, хорошо? Учитель нищий. Он просит только... Он просит только ваше эго, и все. Очень немногие дают эту милостыню нищим. Ты не можешь дать это. И это беспокоит тебя. Это беспокоит тебя все 35 миллионов лет. Избавься от этого. Сейчас же. И ты тотчас же свободна. Что думаешь сейчас? Скажи, я сделала это. Я сделала это. Сделала это? Окей, сейчас спроси, чего ты хочешь? Ничего. Что дальше? Что это значит? Ты заплатила эту цену. Что это означает? Что это значит? Что это значит? Как ты себя чувствуешь? Ты не можешь пожимать плечами. Я чувствую... Внутри и снаружи одно и то же. Замечательно. Очень хорошо. Очень хорошо. Okay.
Это свобода. Это называется свободой. Внутри и снаружи одно и то же. Не так ли? Это называется свободой. И это называется самостью. И это называется миром. Не так ли? Внутри и снаружи то же самое. Никаких границ. Нет стены между внутри и снаружи. Это называется миром. И когда вы строите стену, этой стеной является «я». Эта стена из «я». Я хочу этого, и я хочу того. По этой причине вы притягиваете проблемы. Теперь пребывайте в таком состоянии. Окей? Хочу это. Об этом желании я говорил сегодня утром. Это всего лишь желание. Я проявил желание и затем отдал себя ему. Полная самоотдача. Итак, что же произойдет далее? Ум, я и желание. Это все одно. Ум, я, желание и мир. Все это одна и та же вещь. Итак, когда вы избавляетесь от устремленности к этой вещи, у вас нет ума. Не так ли? Нет ума. И это высшее состояние. Высшее состояние. Это называется высшим состоянием. Отсутствие ума. Это высшее состояние. Так оно проявляется. Что случилось? Скажи мне, нет внутреннего, нет внешнего. Это называется «нет ума». И этот неум сейчас дает вам огромное счастье, радость. И это называется высшим состоянием. Что далее? Что сейчас происходит? Скажи мне. То же самое. Углубление. Что ты сказала? Углубление. Тоже. Да? Есть только сейчас. Да. То, что происходит фактически. Вы видите то, что я сейчас говорю вам. Все. Об этом я говорил сегодня утром. Самоисследовании, полной самоотдачи и отсечении всех желаний. Все исчезло, не так ли? Да. Правильно? Да. Они исчезли. Сейчас. Что вы должны сделать? Я скажу вам позже. Вы скажите мне сейчас. Я должна сказать вам? Вы должны сказать мне сейчас. Я думаю, ничего. Точно. Ничего не делать. Ничего не делать. Вам нужно твердо держаться этого. Вы должны твердо держаться в этом небытие. Твердо держаться в этом небытие до последнего вздоха. Не так ли? Потому что это было последнее желание. Последнее желание, что дало вам это тело. Последнее желание. Вы приехали на сатсанг из Калифорнии?
So some merit was hanging. У вас была некая заслуга, которая помогла вам приехать на сатсанг. Кто попадает на сатсанг в первую очередь? Есть 6 миллиардов людей. На сегодняшний вечер у нас 6 миллиардов людей. Вы знали об этом? Скольким людям можно предложить? Хотите быть свободными? Кто пойдет? Итак, у вас есть огромная гора заслуг. Поэтому сейчас вы сказали «да» небытию. Твердо держитесь в этом небытие до исчерпания предыдущего желания. Сейчас, когда вы воплощены в этом теле, вы не можете отбросить это. Пусть это происходит. Пусть это работает безо всякой цели. Что происходит, пусть происходит. Что уходит, пусть уходит. Верно? Не принимать ничего и не отвергать ничего. Твердо держитесь этого. Еще вопросы? Нет? Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Ирма. Где Ирма? Ирма означает два? Я перевожу для нее. Что вы сказали? Я перевожу для нее, потому что она не знает английский. Она Ирма? Да. Откуда она? Италия. Италия. Да, замечательно. Откуда? Из Милана? Бальцано. 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 Я вижу. Очень хорошо. Вы итальянка? Вы итальянка? Да, итальянка. Откуда? Из Сицилии, папа. Сицилия? Они говорят по-итальянски? Сицилийской? Это не то же самое. Да, они находятся недалеко от Африки, но они по-прежнему говорят по-итальянски. Они говорят по-итальянски. Они говорят по-сицилийски, не так ли? Сицилийский диалект. Сицилийский отличается от итальянского. Правда? Не так ли? Вам нравится ее перевод? Да, да. Замечательно. Очень хорошо. Итак, теперь вы переводите. Она говорит, как мне управлять поиском мира в моей жизни? Нет, вы скажите мне. Мне говорите? Вы переводите это на английский, да. Так. Она говорит, как я могу найти счастье в этой жизни? Это то, что она спросила. Да, нужно найти мир. Как мне найти мир в моей жизни? Говорит она. Да, он должен быть найден в процессе жизни, не после смерти. После смерти... Да, это то, на что я надеюсь. Это то, на что она надеется и чего ждет.
Вы хотите мира сейчас? Вы хотите мира сейчас? В ближайшее время? В ближайшее время. Что она сказала? В ближайшее время. Она сказала, как прийти к тому, чтобы не было больше проблем. Она счастлива, я вижу. Она уже счастлива. Вы счастливы? Сейчас да. Сейчас да. Сейчас. Сейчас она счастлива? Да, замечательно. Она очень счастлива. Смотрите, она счастливее вас. Это правда. Да, она более счастлива. Это правда. Переводите. Она более счастлива. А что будет завтра? Неизвестно. Но она сказала, а что будет завтра? Неизвестно. Насчет завтра мы увидим завтра. Это то же самое. Нет-нет. Подберите себе лучшего переводчика. Спросите ее. Скажите ей это. Переведите. Возьмите лучшего переводчика. Да, лучшего переводчика, который несчастлив. Так, во-первых, я должна стать тотально счастлива, и затем я... Нет-нет. Я подберу человека, который более-менее счастлив. Более-менее. Более-менее. Да, переводите. Кто предложит себя ей в переводчике? Кто предложит? Он не должен быть сумасшедшим. Он должен быть очень хорошим. Разве она несчастна? Что переводить? Как перевести счастье? Она должна быть самим счастьем. У меня есть один человек. Максимум два. Да. Примите ли вы кого-нибудь другого в качестве переводчика? Здесь также ее дочь. Итальянка. Ее дочь также здесь? Я знаю это, да. Дочь может переводить. Дочь тоже счастлива. Позовите свою дочь. Я подумаю. Где она? Она очень хороша. Да, она очень хорошая. Почему она не привела ее? Я не знаю. Потому что она была не уверена в себе. Что? Я не знаю. Она не очень хорошо владеет английским? Она не очень хорошо владеет английским. В этом проблема. Она не очень хорошо говорит по-английски. Не очень хороший английский. Теперь скажите, вы разговариваете на итальянском с ней? И я подберу лучшего человека, который будет переводить ваш английский мне. С английского на английский. Замечательно. Да, замечательно. У меня есть на примере один человек. Она очень красивая. Очень красивая. Что теперь делать? Ей не нужна никакая помощь. Это счастье. Это счастье. Вы счастливы? Да. Да, да. Это счастье. Знаете ли вы, как сделать пиццу? Она не любит готовить. Что? Она не любит готовить. Что вы сказали? Она не любит готовить. Кушать. Кушать она любит. Окей. Сейчас вы переводите с итальянского на английский. А вы хорошо знаете английский? Вы. Замечательно. Он знает. Говорите ему.
Она не знает хорошо английский. Вы говорите ему. Она спрашивает, что ей говорить. Да-да. Хорошо. Говорите. Говорите. Возможно, я остановилась, чтобы не удариться головой о стену. Я не могу понять это, папа. Я не могу понять. Я не могу понять ее. Я знаю хинди. Счастье не может быть хинди, английским или итальянским. Он говорит, я знаю, как будет счастье на хинди. Замечательно. Тогда пусть он будет счастлив на хинди. Я увижу, что такое счастье на хинди. Замечательно. Вы покажите, что такое счастье на хинди. Это итальянское счастье. Покажите счастье на хинди. Переводите. Переведите ему. На хинди, да. Счастье. Покажите свое счастье на хинди. На хинди? Счастье. Я не знаю, что сказать. Он не знает, что сказать. Он не знает разновидностей счастья. Ни хинди, ни счастья на хинди, ни английского счастья, ни итальянского счастья, ни немецкого счастья. Поэтому я окликнул его. Давайте, все в порядке. Что делать? Она не знает другого языка, кроме итальянского. Она говорит по-итальянски. Что делать? Учиться, учиться. Папа, она должна учиться. Она должна выучить больше языков помимо итальянского. Вы также учите итальянский? Я также буду изучать итальянский язык. Я научу вас хинди. Окей, тогда ходите вместе всегда. Он согласен научить ее хинди. И изучить итальянский язык. Здесь, с ее помощью. Поэтому мы должны организовать помещение. Я знаю хинди, папа. Где ты учился? Я преподаватель искусств на хинди. Он преподаватель искусств на хинди. И мастер хинди. Но эта ученая степень не дала ему счастья. Хорошо. Что с этим делать теперь? Я знаю хинди. Ты знаешь английский язык? Папа. Он доктор. Да. Он доктор. Доктор математики. Она не хочет учиться больше хинди, но хочет научиться счастью. Счастье. Замечательно. Она счастлива. Это похоже. Это похоже. Ах, как она выглядит. Счастлива ли она сейчас или нет? Ты счастлива или нет? Сейчас да. Да. Вот и все. Теперь вам нужно влюбиться в счастье.
Да, влюбились? Хорошо. Влюбиться. Да. Она очень счастлива. Я очень счастлив. Очень счастлив. Я очень счастлив. Очень счастлив, что она есть. Очень счастлив, что она здесь сейчас. И что? Счастлива. Я очень тронута. Она очень тронута. Это движение. Движение счастья. Очень хорошо. Да-да, движение и мира. Где есть счастье, там и мир. Они идут вместе. Да. Везде, где есть счастье, есть и мир. И там, где есть мир, существует огромное счастье. Вы видите, вот почему она... Иначе не нужно слез. Что это? Откуда слезы? Люди, как правило, плачут, когда кто-то умирает. Никто не умер. О слезах радости никто не знает. Очень красиво. Не так ли? Да. Проходи. Садись здесь. Замечательно. Замечательно. Это любовь, понимаете? Счастливый человек. Такого человека нужно любить. Все заполнено. Она реализовалась. Она ощущает себя реализовавшейся. Полностью реализовавшейся. Замечательно. Очень хорошо. Вам повезло с матерью. Я очень счастлив, что вы обе приехали сюда. Она говорит, что мне повезло иметь такую мать, и что здорово, что мы приехали сюда вместе. Но моя дочь никогда не признавала этого. Скажи им. Она говорит, что я никогда не признавала, как мне повезло с матерью. Я очень боюсь сидеть перед вами. И именно поэтому я хочу посидеть напротив вас. Что это за имя? Марта. Марта. Марти. Марти? Из Голландии? Да-да, из Голландии. Когда вы приехали из Амстердама? Ден Хаг. Амстердам? Ден Хаг? Да, откуда? Вы говорите по-английски? Да. Хорошо, замечательно. Итак, что ты пишешь? Я боюсь сидеть перед вами. Что? Я боюсь сидеть перед вами. Да, я боюсь. Что? Я боюсь.
Я тоже боюсь сидеть перед тобой. Почему я боюсь? Почему я боюсь сидеть перед тобой? Почему? Почему? Вы не должны. Что? Почему я боюсь сидеть перед тобой? Это то, что ты пишешь. Не так ли? Что теперь делать? Как убрать этот страх? Что вы сказали? Страх. Как убрать этот страх, когда мы сидим напротив друг друга? Как убрать этот страх? Как? Я не знаю. Ты не знаешь? Хорошо. Ты все еще боишься? Да. Да? Очень хорошо. Почему? Спроси свою маму, эта девушка боится сидеть передо мной. Она также боится сидеть передо мной. Эта девушка боится сидеть передо мной. Вы также боитесь? Нет. Она боится. Что делать-то? Скажи мне, что есть страх? Должен быть какой-то страх, не так ли? Вы должны что-то скрывать. Да, вероятно. Да, должно быть, вы что-то скрываете. Да. Это не имеет значения. Забудьте. Забудьте об этом. Забудьте все прошлое. И страх исчезнет. Не так ли? Сидя здесь, сидите здесь. И страх уйдет. Если вы думаете о чем-то из прошлого, то, конечно, присутствует страх. Страх всегда из прошлого, не из присутствия. Этот страх из прошлого. Забудьте о нем. Страх всегда из прошлого. И мы должны забыть о прошлом страхе. Давайте жить счастливо. Прошлое прошлому. Прошлое прошлому, пусть уходит. Даже Кабир говорил. Даже Кабир, обращаясь к чистоте, к себе. О, мой Господь, как я могу показать Тебе свое лицо? О, мой Господь, Отец, как я могу показать Тебе свое лицо? Я боюсь. Потому что мое сердце грязное, грязное. Я не могу показать тебе мое лицо. Мое сердце загрязнено мирским.
Как я могу показать тебе свое лицо? Он поет очень прекрасную песню. Он поет песню. Вы сдали МА на хинди. Как там пел Кабир? Вставай и пой. Теперь говори. Я не знаю, что дальше. Что? Говорят, это Кабира. На хинди. Возможно, вы изучали это. На хинди. Как я могу вернуться в дом отца? На хинди они научили меня другому. Что? Он не будет работать без этого. Он не будет работать без этого. Я здесь не знаю. Да, это из Кабира. Я могу произнести это, но я не сдал свой ма на хинди. Я даже не знаю хинди, брат. У вас хорошо получается говорить, а я переведу. Говорите на хинди. Я не очень много знаю о Кабире. Что? О Кабире. О ком? Я знаю немного о Даянанда. Но он не воспевал стихов. Существуют стихи Рачикана на хинди. Вы знаете? Да, есть поэзия Рачикана. Хорошо, тогда пойте. Я ничего не могу вспомнить. Что? Я ничего не могу вспомнить в этот момент. Окей. Я знаю некоторые из Рахима. Начинает чтение. Это из Рахима. Хорошо. Знаете ли вы еще что-то из Рахима? Замечательно. Он не знает этого. Кабир. Это Кабир пел. Мое сердце испорчено мирским. Это он сказал. Как я могу показать вам свое лицо? Он сам узнал. Я не могу даже пройти рядом с вами, потому что я не чистый. Даже Кабир может сказать это. Так как вы можете показать свое лицо? Как вы можете показать свое лицо? Как? Да. Вы должны любить вашу собственную самость. Уберите страх. Любите вашу собственную самость. Это так прекрасно. И это единственное место, которое дает вам покой. Другие? Все другие вещи вы пробовали. Вы пробовали какое-то время, вы еще молоды, вы можете еще попробовать, у вас есть возможность. И затем, то, что будет лучше для вас, именно это и делайте. Да. Во всяком случае, вы пришли сюда, это хорошо. Мы рады приветствовать вас. Не бойтесь. Потому что страх уничтожает покой твоего ума. Не так ли? Вы не можете сидеть в покое. Даже во сне, даже в мечтах. Вы боитесь, не так ли? Даже в сон придут старые мысли. Что делать? Это опыт. Для тех, кто менее мудр. Для менее мудрых. Окей, это не имеет значения. Садись, садись. Подожди. Не тревожься. Садись. Замечательно. Садись. Да, да. Что делать?
У тебя есть салфетка? Замечательно. Возьми. Замечательно. Замечательно. Очень хорошо. Замечательно. Что? Счастливо? Да. Счастливо. Не боишься сейчас? Нет. Мне это нравится. Приходи и садись напротив меня каждый день. Хорошо? Замечательно. Марти. Хорошо. Для полной свободы я является ценой. Я только рабство. Если вы заплатите эту цену, то вы свободны.